назад я совсем разболелась на даче. Вот, сделать себе косичку на одну сторону, чтобы полоски не мешали. Сейчас дома лежу. На улице практически не ухожу. Сейчас, ну, стало плохо. Решил домой зайти полежать немного. На улице выглянуло солнышко. Как назло, когда мне плохо, суперская погода наступает. Из-за окна чуток. Вон там солнышко светит. Наша машинка. У нас, кстати, единственных, у кого еще нас Турция вовсю цветет. Вон. Ну, не знаю, может быть, оставлю ее на зиму. Вдруг она не замерзнет. В общем, того, что не знаю, оставлю ее на зиму, может быть, она нормально будет. Вот тут Алиска носится. Не хочу сниматься. Чего вы решили, что я хочу сниматься? Я сама не знаю, чего я хочу. Алис, покажись народу. Моська. С другой стороны, посмотрим, на что там Алиска смотрит все время, лазит. Просто на калитку смотрит. Кто там ходит? Да, Алис? Кто-то приходит и уходит. Енот, ты куда полезла? Алис. Идеально входит сюда по размеру подоконника. Прямо вписывается идеально. Да, Алис. Морда. Вот, в общем. В общем, вот так вот. Это мой комод, который перекочевал из вагончика. А изначально я вообще не знаю, откуда он взялся. Это нам кто-то подарил его, что ли, с какой-то старой советской дачи. Вот. Он, у него внизу три вот таких широких ящика и два маленьких сверху. Мне он нравится. Он такой антикварный немножко. Он, кстати, жутко тяжелый, несмотря на то, что он это сверху шпон, отделка шпоном, но он жутко тяжелый. Видимо, основа у него все-таки какая-нибудь дубовая, наверное. Вот. Там теплый сапожок лежит. Книжки там всякое разное. Алис, иди сюда. Алиска. Вон там, видите? Тень движущаяся. Алис. Типа спряталась. Но глаз-то все равно есть. Это из разряда
Видишь картинку? Найди кошку на ней. На самом деле, из всего дома наибольшая отделка именно в моей маленькой комнате, и то свет пока не включается, потому что провода, вот видите, там под потолком торчат, они еще не присоединены к току, так сказать. Ну, тут вот лампочка, полочки. Вот еще стоит. Мы в этом году повезли большой шкаф на террасу. Хельга называется. Вот это от нее задняя стенка там и зеркало. Вот ящики стоят от стенки, которую мы сейчас собираем. Плинтуса, который к потолку надо еще приделывать. Там газеты пол застелен, потому что еще не до конца докрасили. То есть, например, вот в моей комнате пол крашеный, вот видно там темные пятнышки. И вот там вот темные пятнышки. Это крашеный пол. А здесь еще не крашеный, поэтому положена газета, чтобы не пачкать. Вот, и там дальше, видите, еще основа шкафа надо собирать, там дверцы собираем тоже. Там еще вот сзади стройматериалы. Ну, тут не видно, наверное, вот вагонка лежит. Это еще надо как бы доделать. Вот там, видите, потолок мы весь заделали, а кусок не заделали, потому что моха нету. В этом году сыро, мох весь мокрый. Поэтому не знаю пока, когда будем доделать, может быть, в следующем году. Вот, в целом еще как бы работы много. Второй этаж тоже там надо и занавески повесить, и двери поставить. И у меня, например, на втором этаже, например, окна открываются, и, ну, то есть на петлях они закрываются, а на первом этаже ни одни окна не открываются, то есть они все пока что просто стоят, как вот изначально их поставили в дом. Это я кашляю так. Вот. Мои носочки дачные, не смотрите, что с дырками. Обычно я выкидываю, но вот два хороших таких симпатичных носочка с маленькой дырочкой. Вот, в общем, вот так вот. У меня вот тут вот угол, вот этот угол, вот эта сторона, она как бы между двух окон. Получается, с этой стороны большое окно, и с другой стороны маленькое окно. И стена такая угловая, она такая довольно прохладная. Хотим здесь ковер повесить маленький. Потом покажу вам, как изменится. Ну и как-то я пока еще не обжила комнату, несмотря на то, что здесь и много моих вещей стоит, и мебель, и все в таком духе, но она какая-то еще не до конца моя, что ли. Чего-то здесь не хватает. Али, иди сюда. Иди ко мне. Алишка. Алиска. Алис. Покажись народу-то. Народ хочет знать своих героев. А? Алиска. Что ты хвостом машешь?
Алис. Отвернулась. Алис. Ну ты чё? Птички. Стремительно убежала куда-то. Алиска, давай знакомиться, что это такое? О, полезла на свою загородку. Так, ну там даже холодно. Да, тут не поспишь. Какой вид открывается. Наш второй участок. Прям как на ладони. Ну-ка. Да. Так, тут солнышко. Ну-ка, кто там? Да, тут солнышко мешает. Вон домики все в ряд у соседей. Так забавно. Смотрится. Хочу просто посмотреть, какие виды открываются. Ну, это тоже на соседей. Эти волосы выкопали. Сосед. Все вот, ну, в принципе, все уже уехали. Видите, участки пустые. Кто-то еще какими-то осенними заботами занимается. Вот. Там что-то выкапывают. Какие-то посадки, заготовки, чеснок, тюльпаны. Вот. Да, ну тут, конечно, дубак. На втором этаже. Наверное, маленькая морда за мной следит. Алиска. Ты чё тут? Куда ты побежала? А? Алис. Алиска. Маленькая хулиганка.
морда. Вот.